Добрый день. Заместитель командира роты ГИБДД МВД России по Десногорскому округу майор Толисов Самсонов. Документы, будьте любезны. Утро. Звенигород. Улица Московская. Представители сразу двух структур, госавтоинспекции и регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, проводят профилактический рейд. В центре внимания водители такси. Смотрите, сейчас мы составим акт по результатам выявленного правонарушения. В салоне у этого водителя нет информации о перевозчике. Говорит, просто забыл разместить карточку. Протокол и возможный штраф до 1000 рублей должны улучшить его память. Остановился, да, более 5 минут осуществляет остановку. Не с целью посадки высадки, с целью посещения магазина. Этот застенчивый таксист остановился по правилам, но не уехал вовремя, как предписывает дорожный знак. Может, задержался в магазине, а может, просто ждал клиентов в удобном для себя месте. В отношении вас оставлено административное постановление в виде постановления по делу административного правонарушения по статье 12.16, часть 4. Раньше, чтобы заниматься извозом, достаточно было зарегистрироваться в агрегаторе. Но с начала осени начали действовать новые правила. Например, каждый шофер должен иметь официальную бумагу – разрешение на работу в такси. Чтобы люди быстрее освоились с новыми реалиями, ГАИ регулярно напоминает об изменениях. Совместно производится работа с УРТК по Московской области с целью выявления нелегальных такси-перевозчиков, которые осуществляют свою деятельность незаконно, ну и непосредственно также в отношении водителей, которые управляют транспортным средством без соответствующей документации и непосредственно осуществляют перевозку пассажиров с нарушением правил дорожного движения. В Звенигороде ни одного водителя такси, нарушившего именно новые правила, инспектор не выявили. Видимо, профилактическая работа имеет эффект. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».